Браво! Как все сделал сейчас, даже не то что Плотников, а Пальков, да, помог своим защитникам на пятачке, поборолся за шайбу, обработал ее, увидел, что Плотников открывается за спину и длинный, великолепный пас просто отдал. Ну а дальше уже вопрос исполнительского мастерства, и Плотников дал свой ответ. 2-1 в пользу Локомотива, очень важный гол для ярославцев. Вот она, передача через борт, специально, чтобы защитник не перехватил. И Плотников разбирается с Мезиным. Блестящая шайба. 7 очко в 3 матчах у Сергея Плотникова. Сумасшедшая статистика. Плотников очень полезен именно в те моменты,